Вот как-то принято у нас после всех концертов, а их у нас очень много сейчас, декан выходит и говорит. Я хочу сказать, во-первых, случилось то, что случилось, Борис Абрамович по разным городам и странам показывает свое мастерство, свое творчество. Сегодня это звучит в наших стенах. Виктор Васильевич, спасибо за ваше присутствие. Нет, о, я лучше скажу. Пожалуйста, пожалуйста. Борис Абрамович, спасибо. Я рад, что я вот сегодня нахожусь в таком удивительно творческом, способном коллективе музыкально-педагогического факультета. Я рад, что мы такой факультет открыли в университете, и что в таком коллективе работает такой уникальный педагог музыки, композитор Борис Абрамович Ключевский. Еще раз спасибо. Судя, я знал о ваших творческих, о вашем творческом потенциале. Я читал книжки, вы подарили мне удивительную книгу своих афоризмов. И вот ваше музыкальное размышление, и ваш юмор, и даже озорство в музыке – это великолепно. Я думаю, это очень нравится студентам. Конечно. А я хочу добавить. Борис Абрамович очень скромный человек. Помимо того, что он член Союза композиторов и заслуженный деятель искусств, что вы знаете, и обладатель Гран-при Токио на конкурсе композиторов, и его произведение, если я помню, это еще в молодости, Борис Абрамович у нас с вами было конкурсное в Токио, в Японии, и наш дуэт Елена Вахимян и Марина Антонова стали там лауреатами. У нас работают такие преподаватели, такие заведующие. Я думаю, все мы счастливы. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.